Кликай на колокольчик рядом с подпиской на канал, чтобы не пропускать новые серии. Я просто больше несчастлива. Я чувствую себя такой одинокой. Тогда брось его. Брось его, идем со мной. Это не так просто. Он убивает в тебе твое солнце, но я ему этого больше не позволю. Если это правда, то сейчас же меня поцелуй. Стоп, снято. А, Челси, можешь подойти ко мне на секунду? Да, конечно. Ты будто напугана, все в порядке? Да, в полном порядке. С чего ты взял, что я напугана? Просто хотел убедиться, что тебе комфортно. Ты все же хорошо. Моя девушка, как-никак. А у тебя все хорошо? Конечно, хорошо. Я же режиссер, у меня все под контролем. Тогда я могу вернуться на площадку? Конечно. Иди играй. Хорошо. Люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Сходим сегодня куда-нибудь вечером. Ловлю тебя на слове. Хорошо. Снимаем с момента про солнце. Он убивает в тебе твое солнце. Но я ему этого больше не позволю. Если это правда, то сейчас же меня поцелуй. Стоп, снято! А, Джефф, так же тебя зовут? А, да. Ты слишком стараешься, давай немного похуже. Окей. Ну, типа, ты слишком сильно стараешься. Понял? Понял, хорошо. Великолепно. Можем. Если это правда, то сейчас же меня поцелуй. Стоп, снято! Приведите дублера. У нас есть дублеры? Это сюда засунь. Это сюда вставь. Ну же, давай, вставляй. Давай, иди. Простите, это мое место. Все готовы? Спасибо. Давайте солнце, снимаем, забирает солнце. Я не буду это с ним делать. Почему нет? Я только сейчас об этом узнал, мы об этом не договаривались. Я же... Это просто поцелуй, чувак. Снимаем. Да, но я все равно не буду делать этого с ним. Окей, хорошо, выйди из кадра. Возвращайся в кадр, Челси. Выходи, Ник. Давайте снимаем солнце. Он убивает тебе твое солнце, но я ему этого больше не позволю. Если это правда, то сейчас же меня поцелуй. Стоп, снято! Все равно не то. Снято. Знаете, это, походу, проблем не вас, ребят. Это все сценарий. А, по-моему, отличный сценарий. Я влюблена в него. Да. Это лучший сюжет, уже который только видел. Сейчас подправим. Все. Давай, передаем. Сначала. Вы хотите, чтобы мы это сыграли? Да. Хорошо, но почему они... Давайте сначала снимаем. Начали! Ты мне не нравишься. Да, ты мне тоже. Ну тогда пока. Отлично, проваливай. Хорошо. Ведь ты его, не моя. Ведь ты мой брат, это странно. Люблю тебя. Я приобниму ее, хорошо? Стоп, снято! Дайте мне посмотреть сценарий. Дайте посмотреть сценарий. Так, ща. Это оно. Снимаем! Ты меня совершенно не привлекаешь сексуально. Да, ты меня тоже. Он выглядит намного лучше, чем ты. Я об этом тебе говорил. Он лучший мужчина, что у меня был. Да, я с тобой согласен. В любом случае, я встречаюсь только с низкими парнями. Я хотел бы быть низким. Да, я тоже. Но даже тогда я бы не хотел у тебя так, как хочу его. Это нормально, если я положу свою руку ему... Если положу руку... Мы же настроены, наверное, надо обняться. Стоп, снято! Стоп, снято! Что? Чересчур. Да, да. Угу. Чё, не похоже на то, что мы до заткнись, этого снимали. Заткнись. Снимаем! Привет. А, это кто? А, это Джефф. Вы ошиблись номером, никогда больше сюда не звоните. Да, шикарный дубль. Серьезно? Это то, что тебе понравилось из всего, что мы сняли? В этом даже сюжета нет. Люблю тебя. Отличный дубль. Мы сняли, все свободны. А перевел и озвучил виски. Ага.